Всем привет, друзья! Добрый день! Мы едем сегодня на интересное мероприятие, поэтому я решила отснять видео, так как долго мы не появляемся. У нас в Подольске проходит фестиваль «Славянское подворье». Как я понимаю, этот фестиваль ежегодный, и он проводится в последнее воскресенье августа, в последнее воскресенье лета. Мы посмотрели в программе фестиваля. Там будут выступать творческие коллективы, народные песни. Говорят, что будут жарить картошку с грибами на огромной сковороде. Ну, в общем, будет развлекательное мероприятие в замечательном месте. Я вам уже показывала в своих роликах. Это усадьба Дубровицы. Ну, а все остальное я вам покажу. Ну вот, мы и прибыли на место. Прошлись немножечко пешком. Народу много. Славянское подворье. Входим. Тут металлоискатели. Ой-ой-ой. Ладно. Так, мы прошли через металлоискатель. Вон там. Нам выдали козырьки. Ну-ка, давай я тебя покажу, потому что вот такие козырьки нам выдали бесплатно. Славянское подворье. Красавец. А? Вон где тебя надо сфоткать. Да сфоткаемся. Так, давай мы сейчас пойдем. Народу много. Вот наши любимые дубровицы. А давай сейчас, потом замучимся. Ну, пойдем сейчас. Ну, сейчас только народу. Потом еще больше будет, вот увидишь. Ну. Я тебя на свой щелкну. Да. Ну, давай. Щелкни, раз так хочешь. Я просто в платье с подсолнухами. Муж увидел вот забор с подсолнухами и говорит, давай я тебя здесь сфоткаю. Ну, давай. Так, все фотографируются везде. Тут так интересно. Идем дальше. Народу много. Какие малыши хорошие. Ох, какие красавцы. Кролик. Казаки сидят. Казачий. Ага, смотри. Давай подойдем. И мед здесь, дегустация. И самовар, чай в самоваре. Из самовара. Казаки сидят. Красота какая. Красивая казачка. А тут бассейн. Что тут? Купаться можно, что ли? А тут чай, видимо. Хочешь чаю? Такая жара, что чаю не хочется. Хотя вот его в жару-то и пить и надо. Такие огромные самовары, красивые такие. Шикарные. Ага. Так, все здорово. Там сцена. И тут разные палатки со всякой продукцией. Матрешки там. И картины. Так, где пройдем, я не знаю. Давай вот так вот по кругу. Идем сюда, выйдем. Ой, запах там можжевельником пахнет. И не только. Ложки. Красота какая. Тульские пряники. Надо, наверное, будет пряник-то купить. Я их люблю. Кукуруза, шашлыки. Чего только нет. Так, сейчас мы туда дальше пройдем. Я поснимаю.
А вот здесь вот жарят картошку, плов, вот. Ой, какая вкуснота! Тут суп варится. А мы купили ложки, вот такие вот красивые ложки, ручная работа, красиво расписаны так. Так, как же быть на таком фестивале и хотя бы какую-нибудь мелочь не купить? Ох, как жарко! Да, давай мы тогда с тобой пойдем вот так вот. Теперь туда посмотрим на сцену. Обошли мы вот так вот вокруг. Вон там зашли. И вот так вокруг, вокруг, вокруг обошли. Запахи тут. Шашлыком. Там дальше картошка. Там уже, наверное, картошка-то готова с грибами. И плов там. Красивый, вкусный. Продают там вместе с шашлыком. Ну да, я знаю. А тут, пожалуйста, вот места в зрительном зале. Мест свободных много. Интервью сейчас дал. Ой, интервью он дал. Артист. Пойдем туда дальше пройдем. Вон там на экране смотрит. Там на экране, да. Народный коллектив хор русской песни «Павловские узоры». Павловские узоры, народный коллектив русской песни.
Городской округ Дельзяк. Павловский сельский дом культуры. На фестивале выступают коллективы творческие. Дорогие друзья, наступает тот самый момент, который мы все ждали, потому что мы хотим пригласить всех гостей праздника, взрослых и детей, большой дружный хоровод, после которого всех участников Подольский комбинат питания и оптово-розничной торговли угостит праздничным пирогом. И вы уже видите всех героев сказок, которые собираются около сцены. Скорее подбегайте к ним, берите дружно за руку и следуйте в наш дружный хоровод славянского подворья. Когда мы вместе соберемся и каждый друга за руку возьмет, то даже звезды пляшут в поднебесье. Мы начинаем подмосковный хоровод! Же, ты хочешь хоровод поводить? Да? Ну а что? Взрослые дети, дружные дети, друг другу за руки. Можно я вот тебя якобы за руку возьму? Сказки народов России! Так, хоровод, мы встали в хоровод. Наш хоровод все становится шире и шире. Я одной рукой снимаю. Вставайте, у нас тут разрыв. Поэтому пока разминаемся. В общем, я в хороводе. Сниму пирог. Аккуратненько, не толкай. Он какой огромный, красивый пирог. Это вся очередь за пирогом. Я стоять там не стала. Пирог огромный, и их всего лишь двое. 360. Ну ты что, хотел туда попасть, что ли? Все пытается попасть в телевидение. Вот, давай, в YouTube попадешь. Выступи. Выступи, пожалуйста. С русской демократией. Еще лучше, чем 360 канал. В YouTube пойдешь, в Дзен пойдешь. Так, трактир. Что тут, русская сторонка. Кто наелся пирога, приходите к нам сюда, на русскую сторонку, танцевать. Русские народные танцы. Танцы знакомства и обнималки. Хоровод поводили. Кто, как не на русской земле, может передружиться. Развалился. Нет, нормально, да? Молодец, браво! Вы попали на два канала. Жарко. Очень-очень жарко. Какая тут красота кругом. Молодец! Thank you.
лавочке. Устал? Мастер-класс. Тут и компотики, и соленья, и огурчики, сушки. Какая же красотища! Здесь у нас что, танцы, песни, пляски. Татарстан, душа Поволжья. Красота какая. Красотки какие. Это все из сена сделано. Мастер-класс. Картинка из шерсти. Мастер-класс проходит. Девчонки делают картинку из шерсти. А то они только мне два дали. Вообще хотели один. Здесь мастер-класс. Роспись деревянной игрушки. Везде мастер-классы для детей, развлечений очень много, и для взрослых. Русская печка. Хочешь на печке полежать? Вот она, русская печка. Решил на печку прилечь? По щучьему велению. Что, можно? Можно, конечно. Но он давно мечтал. Вот ведь нормально. Что, ты будешь на печке лежать? Давай сюда сумку. Ой, чудо! Я полежал, а помогу, пожалуйста. Нет, ну ему только предложить. Ну и как тебе? Емеля! Емеля! Пусть печь меня сама везет, да, куда-нибудь? Ваня дурачок. Ваня дурачок. Да. Ой, притомился. Где щука-то твоя? Куда убрал? Вот она. По щучьему велению. Чудо. Полежал мой Емеля на печи. Ох, и красота, да? Ну как тебе на печи было? Предложили мне стать царевной лебедь. Ну что-то я подзадумалась. Это у меня сегодня настроение не царевны, а царицы. Сказала, что подумаю. Мне хотели крылья надеть, белые одежды. Ой, стоит. Можно сказать.
нашими героями встаем друг напротив друга. Вот так. Ищем себе парочку. Красота какая. Парочку нет. Выбираем из персонажей или кого-то из них. Я тоже могу принимать участие в игре. Но вы знаете, можно и родителей пригласить. Выходите, выходите, не бойтесь. Встаем напротив друг друга. Итак. Когда начинает звучать музыка, мы с вами танцуем. Поняли, да? А как только я скажу волшебное слово «меняемся», вы бросаете своего партнера, который другой, и бежите к другому. То есть ищите новую пару. Договорились? Договорились. Никто не Что мы вроде бы посмотрели практически все, может быть, конечно, не все. Все невозможно. Тут детки лепят. Как хотите, танцуйте, как вам нравится. Душно очень, да? Жарко. Поехали. В принципе, тут будет только фаер-шоу, как я понимаю, из новенького. Так что посетили мы фестиваль. Ну, интересно. Вот такой я себе купила пряник тульский. С вареной сгущенкой и грецким орехом. Там разные начинки есть. И клубника, и малина, и чего только нет. И черника. Ой, как хорошо. Тут шашлыками пахнет. Какая красота. Картошка. А картошку-то, кстати, и не съели всю. И плов тут, и картошка. Всего полно. Отказались мы от еды здесь. Сесть негде, все места заняты. Пойдем мы дома поедим. На выход идем. Спасибо, что были с нами. Всем пока. Пока. Балалаечник там сидит. Классную кепку ты себе сделал. Люди еще туда идут. А мы вышли. Еще раз всем спасибо за то, что посетили с нами праздник, фестиваль. И до новых встреч. Пока.